главные призеры чемпионата России по латине. Юрий Симачев, Анастасия Клокотова. Их преданные поклонники. Мы довольны. Все супер. Скажите, как это было? Как танцевалось сегодня? Танцевалось очень легко, потому что наконец-то мы добились такого состояния, когда мы просто наслаждаемся друг другом, наслаждаемся нашим танцем, наслаждаемся публикой. Вот, и для нас это был, наверное, самый легкий чемпионат России в нашей жизни. Я думаю, что Юра меня поддержит. Я даже думаю, не самый легкий чемпионат России в нашей жизни, самый легкий турнир в нашей жизни, да. Потому что мы готовы на все 100%. Мы подняли свой технический уровень. Мы начали ощущать друг друга по-другому. Я думаю, что такие танцы только начинаются, и мы еще всех будем продолжать удивлять. Прекрасно. У вас, как всегда, была потрясающая группа поддержки. Они лучшие. Александра Дурдина, руководитель коллектива «Академия», который представляет ребята. Да, расскажите, кто вас сегодня поддерживал? Ой, поддерживал на самом деле очень много. Наши любимые брат с сестрой. Если мы начнем перечислять, сколько нас друзей поддерживало, товарищей и педагогов из других городов и так далее, я думаю, не хватит интервью. Поэтому мы хотим сказать огромное спасибо всей группе поддержки, кто сегодня был с нами, кто телепатически также был с нами, смотрел онлайн-трансляцию. Спасибо огромное нашим родителям. Мы вас очень сильно любим. Всем-всем-всем огромное спасибо, потому что для нас действительно очень важно танцевать не просто сами для себя, да, а также для зрителей. И, конечно, когда такое количество народу находится с нами и находится вместе с нами, так скажем, в нашем танце, это очень ценно, и для нас это безумно важно. Поэтому спасибо всем огромное. Спасибо вам за ваш танец, поздравляем с медалями. Удачи вам. Спасибо, до новых встреч. Спасибо.